Добрый день, дорогие друзья, гости, подписчики. С вами город Ярославль и Елена. Огород круглый год. Вот у нас такая сегодня погода. Половина все оттаяла резко за 2-3 дня. Вчера еще, позавчера дождик иногда так лил. Позавчера много дождь лил, вчера немного. Но сегодня уже плюс 17 у нас было в тени. У нас все нараспашку. Мы сделали вот такую вот будочку ведоньки. Выходной день в срочном порядке. Вот, пока что такую. Здесь будет у нас вольер. Будка потом в ту сторону будет открываться. Что у нас как здесь вольер будет, мы говорили, на двух собак. У нас сплошная будет здесь будка. И для щенков, если... Хотя щенков мы больше не будем. Это так... На всякий случай. Вот. Вот. Я участвую, потому что в передержке собак у нас в Ярославле. Пока что мы к себе не брали, потому что у нас щенки были. Но участвуем пристраивать собак. Когда находят, ищем. Поэтому нам дополнительные как бы места нужны. Веда у нас второй день. Вот на такой цепи сидит. Муж на работе, я дома делами занимаюсь. У нас тут грязюка. Они мне все кусты переломали. И у нас веданька пока что вот. Хоть и говорят, собаки не цепные. Да, не цепные, но собака должна слушать хозяина. Где ее посадили, там она должна сидеть. Мало ли что. Собака послушная. Вот мы кушаем творожок. Дуняша здесь ночью спит. Веда спит сейчас у нас вот здесь вот заходит. Вот. Веста у нас ушла к сыну в дом, охраняет. Вот. У нас это соседний следующий участок. У нас здесь, видите, после родов все замерзло. Здесь эти одеяла, пододеяльники, матрасы от щенков. Вот в сентябре, когда родили, мы не успели вывезти. Это здесь у нас такая целая куча. Ну и тут ремонт делали всякие эти наложенные. Вот это все надо убирать. Ковер тоже. Все испортили щенками. Ну, в общем, такие у нас дела. Все-все оттаивает. Кстати, надо посмотреть, пойти пруд, что у нас. Ой, ой! Что у нас с прудом? Вот все уже оттаяло. Бывший наш курятник, козлятник. Ой, это тоже у нас от собак матрас. Ой, земля проваливается. Ну вот. Грязюка, конечно, сплошная. На машине не проехать. Так, это кастрюли куриные всякие, которые были у нас. Ну, в пруде это прибавило, смотрите-ка, водички. Прибавляется. Мои цветочки открываются. Через недельку уже надо будет прибираться. Снега было почти полный забор. Смотрите, как резко-резко упало все. Ну, вот такая у нас обстановка. На машине нам сюда не заехать. Что? Такие дела. Показать, что у нас в парнике. Половину мы тут разобрали. У нас здесь мешки с мусором стоят. Половина уже разобрана. Но все время. Вот здесь столько придется выгружать. Здесь это слой сена. Там мешок с опилками стоит. Еще вот недоразбирали. В общем, снимать придется слой земли, наверное, на полметра в глубину. И будем завозить машину чернозема перегноя. И будем закладывать здесь грядки. А это все сено уйдет у нас на компостную кучу. Здесь у нас кролики зимой были. Вот. Какие мышиные норы. Мыши тут все погрызли. Но это не мыши, наверное, это какие-то полевки или еще что-то. Что у нас парник в таком вот состоянии. В общем, не советую в парники. Не знаю, как люди сажают. Мне это не понравилось. Мне это очень не понравилось. Очень много дел теперь. Прибираться, выбираться. Парник должен для того, чтобы в нем сажать.
Ну это что? Это ты ми... Веденька, ты меня не узнала! Солнце мое! Как охраняешь, молодец! Мамку не узнала, солнце мое! Ты что тут за куст мой запуталась? А, иди! Ну ты вообще! Вон у нас минные поля открываются. Цепка, конечно, тяжеленная. Но она и не уходит. Ей, походу, и нравится. Да? Ну, ладничка, конечно. Солнце мое. Молодец, охраняешь. Молодец. Она кушала, пока я уходила. Она не видела. Видите, как охраняет? Охрана ты моя. Охрана, встает охрана. Так. Мы тут до 9 вечера колотили эту будку, тут накидали всяких. Но будочка хорошая. Она будет еще утепляться, утеплители. И с другой стороны еще будут у нее этот, как его. Еще и с другой стороны досками будем обделывать. Что, солнце? Вон, а, минные поля-то открываются. Ой, в этот выходной что нам дел предстоит? Я даже показывать не хочу. Ой, кошмар. Вот наша рассада стоит. Ну ладно, дорогие мои. Хороший, молодец, охраняешь. Молодец, умница. На этом закончим. На этом мы наш обзорчик закончим. Показать хотели вот такую вот будочку. Видите, правда, там щельями. Но утепляться и закрываться будет он со всех сторон. А в ту сторону будет выход в этот вольер. Вот. И здесь будет тоже закрыто. И здесь открывать будем на случай, когда будем уезжать. А не из вольера, а вот здесь вот собака будет на... сидеть. Веденька, ну не надо меня грязными лапами. Я и так уже все... Халат у меня грязнецкий уже. Все, спасибо за внимание на этом. Заканчиваем. Веда, сядь. Ну-ка, сидеть. Сядь, я сказала. Сидеть. Сядь. Сидеть. Молодец, выполняем команду. Лежать. Лежать. А как мы лежим-то? Так, сядь. Веда, сидеть. Сидеть, молодец. Лежать, лежать. Молодец, девочка. Мы команды выполняем, умничка. Сейчас тебе морковочку принесу, моя хорошая. Ну так вот, сейчас у нас Веда здесь находится. У нее цепь вон до этого дотягивается. Просто уж сейчас, а то она перепачкается. Все. Ну и пусть приучается, тоже должна уметь. Кстати, нормально, спокойно. Она у нас, видели, сидела не на цепи, свободный выгул у нее был. Даже ошейник мы ей не одевали никогда. Одели ошейник нормально, спокойно. И вот на цепи посадили, она нормально. Так что, ну что там облизываешь? Водички тебе налить? Сейчас я тебе налью, моя хорошая. Все, на этом заканчиваем. Спасибо за внимание. С вами была Елена и Огород Круглый Год. Хорошей вам весны. Пока-пока.